Ну что, закончили мы вот наконец-то вторую яму. Осталось доковырять все это, вынести. Ну и, короче, долбоебы вон собираем до кучи, сейчас будем везти и отдавать его. Ну и вот только время дошло до моих бутербродиков и яблочка. Ну такая вот у нас работа. За долгое время. Сегодня сухо, дождя нету, можно машину помыть. А то все время как-то дожди, и ни разу не мыли тачку еще. Так, заехали мы на еще одну мойку, потому что на самомойке той мы там нормально помыть машину не смогли, какая-то херня полная. Вот сейчас на щетках моем, потому что мы хотим собраться вот нашими Ниссанами. Соответственно, надо приехать чистым. Вот домываем тачку. Давно мы не собирались на таких движухах. Короче, тут целый паркинг автомобилей. Пособирались, пацаны, движуха тут. Ну, мы решили тоже приехать. Посмотреть, что тут происходит, да как лицом посветить. Сейчас пройдемся, посмотрим, может, какие-то интересные тачки есть. Скину, покажу. Смотрите, что я нашел тут. Nissan 200SX S13. Стоковый, полностью в рестайлинге. Все четенько. На заниженный. Красота максимальная. Таких уже тачек очень редко можно сыскать. Ну, с этого мы когда-то начинали, с такого стокового тоже. Прошли уже это. А за дрифт тут наказывают жестко. Вот, приехали. Сразу же. Наказание чуваку сейчас будет жестко. Тут говорят, что-то права забирают, номера автомобилей. Короче, движ серьезный. И, кстати, машина вон, вообще нету разметки, что это полицейская. Вот такая движуха тут. Посмотрим, что сейчас будет. Прям интересно.